Доброго времени суток, уважаемые телезрители, в эфире программа «На виду». Веду ее сегодня я, Нажмудин от Лагишеев. В 21 субъекте России определены региональные координаторы общественного движения «Волонтера культуры», которые будут поддерживать развитие добровольчества в сфере культуры в регионах страны. В числе других регионов координатор определен и в Дагестане. Собственно, беседу с ним мы и ведем в нашем сегодняшнем выпуске. Итак, знакомьтесь, координатор регионального общественного движения, волонтер культуры Тимурлан Тимиров. Тимурлан, очень рада видеть вас в нашей студии. Чтобы стать координатором движения, вы прошли комплексный отбор. Какие испытания выпали на вашу долю? Ну, для определения меня в качестве регионального координатора со мной была проведена онлайн-консультация, то есть онлайн-отбор это с Москвы специалистами вот этого движения, то есть которые уже а, видео, в режиме видеообщения разговаривали со мной, задавали определенные вопросы в сфере вообще вовлечения меня в сфере культуры, то есть мой опыт работы в этом направлении и в частности, конечно, это особую на роль может быть сыграло то, что мы уже третий год подряд проводим в республике международный фестиваль молодежного кино "Маяк" и вот это основное, я считаю Наверное, основной То момент. Есть, который ваше, То есть учитывая ваши какие-то заслуги да. в области культуры. От да. а да. чего все начиналось? Uh, все началось с 2014 года, когда мы, uh, молодежная творческая инициатива, uh, решили организовать в Республике социально-культурный проект Декораторы жизни. То есть это проект, направлен на вовлечение молодежи, молодежи на привлечение молодежи и их вовлечение в различные сферы. Uh, это... Благотворительность, это может быть помощь в организации различных мероприятий. То есть это были молодые люди, которые вот только-только начинают свои определенные шаги в сфере культуры. Это были музыканты, художники, там, аниматоры. То есть мы их находили, грубо говоря, с ними работали и уже предоставляли им помощь в реализации и раскрытии своего таланта то есть на большую публику. Скажите, а какими профессиональными качествами и навыками должен обладать координатор движения? Ну, если говорить о волонтерах культуры, то я думаю, это просто-напросто любить культуру. А волонтеры сами? Волонтеры сами. Я могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день, который у нас ребята состоят в нашем волонтерском отряде, это те люди, которые горят сохранением и популяризацией нашей национальной культуры. А вообще, как к вам можно попасть? Просто подать заявку, позвонить, и вы прям набираете, принимаете любую. Да, человека. да. На самом деле вообще волонтеры. Есть какие-нибудь ограничения? Нет, на сегодняшний день ограничения только есть только возрастные. То есть от 14 лет и старше у нас идет отбор. Это вне зависимости от каких-то там, не знаю, жизненных взглядов человека, может быть, даже если он может быть далекий от сферы культуры, то есть он может быть студентом медуниверситета, он может быть работником сферы здравоохранения, промышленности, он может просто подать заявку и вступить в наше волонтерство, и мы ему поможем, научим и максимально вовлечем в нашу деятельность. То есть если ему 50, он тоже может стать Конечно. волонтером? Легко. Mm -hmm. До вашего назначения вы встретились с министром культуры Дагестана. О чем шла речь на встрече? Да, Зарима Ажуина, мы встретились в марте этого года, и там одним из вопросов э, было формирование у нас в Дагестане движения волонтеры культуры. Это еще было э, задолго до моего вообще назначения в этой должности. То есть э, я ставил задачу перед Заремой Ажуиной, чтобы она помогла со своей стороны э, организовать нам доступ в эти широкие э, учреждения культуры, чтобы мы могли проработать с этими работниками этих учреждений культуры возможность их привлечения и работы с молодежью. Что я хочу этим сказать, это вот на сегодняшний день вот мы часто проводим мониторинг среди населения Махачкалы, э, за пределы Махачкалы, по крайней мере, еще не выходили. И мы проводим мониторинг с молодежью, то есть на знание национальной культуры, наших национальных каких-то исторических памятников, дат, и нам бывает очень обидно, даже, может быть, даже в какой-то момент, сказать честно, бывает стыдно за то, что люди элементарно не знают. Если мы даже можем показать там памятник Сулейману стальского мало ли, мало вообще кто знает, что там на самом вообще похоронен этот великий человек. И вот мы хотим, я вообще ставил свою задачу, вот в марте вот моя творческая группа и мы хотели вот начать работу со школьников, то есть Вообще, это какие-то уроки культуры, это что? Вот, да, это, это, это вообще открытые уроки культуры, это а, привлечение творческих людей, которые занимаются мастер-классами. То есть, это по гончарному искусству, по а, созданию бурок, созданию попах, чтобы вообще ребята увидели, что это на самом деле. Как ну, вот, к примеру, как вы собирались ученикам рассказать о э, Сулеймане Стальском? Вообще мы планировали сделать выезд в музей Сулеймана Стальского. Угу. Скажу честно, что я за вот мои годы жизни я вот первый раз вот в мае этого года только попал в музей этого человека. Уникальный вообще музей, уникальная атмосфера, уникальные экспозиции, которые обязательно должен увидеть, думаю, любой дагестанец. Ну вы предполагаете, что если ученик посетит этот музей, он сразу заинтересуется? Нет, он не сразу. Мы... Ну а как заинтересовать? Это нужно работать, это нужно постоянно работать в этой сфере. Я считаю, что одних что уроков делать? дагестанской литературы и культуры в школах этого недостаточно, и мы уже свое, вот это свое видение хотели как бы да, укреплять угу. какие-то определенные знания и навыки. Этих ребят. Хорошо, вот на встрече с министром культуры вы рассказали о своей программе, которую вы планируете реализовать в республике, о культурной программе. Расскажите о ней, что это за программа и удалось ли вам ее реализовать. Это вот эта программа по проведению опять-таки творческих встреч и мастер-классов в школах, в дошкольных учреждениях. Вот то, о чем мы говорили да. сейчас. Да. Программу эту реализовать на сегодняшний день пока не удалось, но эта программа не отпадает у нас. И ввиду того, что меня назначили, меня назначили региональным координатором, координатором движения по республике Дагестан, и это немножко э, увеличило как бы, объем моих обязанностей в этом направлении. И если я для себя первоначально определял задачу проведения вот этих встреч с творческими людьми и по привлечению молодежи к этому, то тут немножко... Э, Обязанности выросли. И немножко нужно тебе будет пересмотреть мое направление. И мы, конечно, планируем эту работу провести уже начинать где-то с сентября месяца, когда уже начнется учебный год. Ну вот вы сказали, что профессиональной особенностью волонтера культуры является то, что волонтер культуры любит культуру, правильно? Да. А скажите, ну выходит по-вашему, что волонтер победы не любит культуру. Вот чем отличается волонтер культуры от волонтера или волонтера победы? Просто на сегодняшний день я не хочу ничего говорить о волонтерах победы, что-то плохое, что-то хорошее, о волонтерах культуры. Нет, это, я не призываю это все... что говорить. Просто это... я пытаюсь разобраться, кто такой волонтер культуры. Вот какими профессиональными качествами должен обладать волонтер культуры? Волонтер культуры это человек, который горит душой за сохранение и популяризацию своей национальной культуры. Ну и сколько таких вот горящих факелов в вашем отряде? Ну вот считаете? на сегодняшний день у нас 110 человек. Это, это та активная творческая, могу уверенно сказать, молодежь, которые уже заполнили анкеты и которые себя действительно видят в дальнейшем в этом движении. То есть вот на днях даже прошел у нас фестиваль международной фольклора и традиционной культуры горцы, где они уже проявили свои какие-то определенные навыки. Я хочу заметить, что это, что это ребята, которые никогда еще не участвовали в подобного рода мероприятиях. То есть это волонтеры, которые только-только вступают в это движение и в это направление. Это вот первое испытание да, фестиваль Горцы. <laughs> да, это было очень сложное испытание для нас. Были, конечно, большие, может, какие-то пробелы, какие-то, может, недочеты в работе. Но это, это мы все взяли на вооружение, это мы все будем прорабатывать. И на дальнейшем мы, конечно, уже будем более подготовлены. А что сложного было для вас в работе? Что вы для себя взяли в качестве урока, там, допустим, на у этом нас, фестивале? У нас немножко стояла задача сложная в плане коммуникации с людьми. А это люди, волонтеры, которые, о которых мы сегодня говорим, это немножко молодые люди, это 9-й, 10-й, 11-й класс это которые... У них вот только-только формируется вообще мировоззрение. И им немножко было сложно в плане общения с посторонними людьми и с людьми взрослого, более таких взрослых поколений, которые вот в театры или на площадке, вот, где проходили мероприятия, фестивали, где было сложно их скоординировать. То есть они в каких-то моментах боялись даже обратиться или сделать кому-то там замечание. То есть встаньте там, не заслоняйте, не подходите, не мешайте. И вот... вот в плане вот этого. А какую вы работу проводите вот с волонтерами, чтобы преодолеть у эти нас, трудности? У нас запланированы мастер-классы, тренинги, в том числе по личностному росту и по формированию командообразования. То есть я не ставлю задачу привлечение всего внимания на себя, как на регионального координатора. То есть я планирую в этой волонтерской группе формировать уже определенные каких-то выявления каких-то лидеров, выявления каких-то формирований каких-то команд. То есть мы планируем, что наше волонтерское движение, оно будет иметь подгруппы. То есть у нас на сегодняшний день есть стабильная подгруппа волонтеров-переводчиков, которые я могу сказать, что отлично сработали на этом же фестивале, которые были вовлечены вот с 6 утра и, можно сказать, до 12 часов ночи они были присутствовали на этих всех площадках, они вот сопровождали этих э, иностранных делегатов и вот они, которые им помогали. И точно так же мы хотим формировать другие направления в рамках нашего движения. А планируется обмен волонтерами между регионами? Мне кажется, это было бы хорошим подспорьем. очередь для волонтеров. Да, конечно. Вот сейчас, кстати, до середины сентября формируются смены на волонтерство на волонтер для участия в волонтерском лагере это будет в псковской области город печоры где они приглашают волонтеров но ну, в частности там идет речь о волонтерах культуры и волонтеров наследники то есть это идет как на... будут отбираться волонтеры на самом деле тоже никакого отбора нет нужно просто желание помочь и вовлечь вовлечься вот на какой-то там период, но ну, в частности мы говорим о семи днях, то есть эта неделя будет участие в каких-то там раскопках, в исторических воссоздании каких-то исторических памятниках, сохранения каких-то памятников. Каких памятников. Угу. Ну, Тимурлан, к сожалению, в последнее время многие жители республики и это подавляющее большинство молодежи не знают о понятиях культуры, поведения в общественных местах и вообще о понятии культуры. Если вот кодекс культурного человека в Дагестане. Если есть несколько слов, пожалуйста, об этом кодексе. Честно сказать, это сложный вопрос, и... но это очень актуальный вопрос. Я думаю, что кодекс у нас есть, он у нас всегда был. Просто на сегодняшний день, ввиду вот этого современного развития общества, он просто где-то у нас пылится, и нам нужно его просто достать, и возродить. А у вас уже есть какие-то методы достать этот кодекс и возрождение этого кодекса? Ну вот у нас есть. Может быть, я не знаю, наклеить крупные афиши там, составить для начала этот кодекс, если он не существует. Знаете, на сегодняшний Развешать день. крупные афиши по городу, что вот нельзя там мусорить в общественных местах. Знаете, на сегодняшний день я считаю, что реклама, в кавычках, и культурная реклама, это Наглядная, то есть агитация ⁇ это немножко слабое воздействие на человека. Потому что мы условно... Ну, это я к примеру назвал. Я... Может быть, у вас свои методы поделитесь? У ими. нас единственный метод ⁇ это общение. Это общение напрямую с человеком. И как у, Только... у вас получается? Ну, вот, знаете, мы сейчас... А, вот... Это для нас новое направление вообще. Вот я не могу сказать о каких-то результатах в плане какого-то культурного роста каких-то определенных групп населения у нас в республике. Мы это все делаем, и вот активно мы начнем эту работу уже в сентябре. Если вы, конечно, нас пригласите уже где-то к концу этого года, мы уже вам подведем и какие-то реальные, скажем, цифры и реальные подведем уже итоги, где будет уже действительно какой-то результат, uh -huh. с которым мы сможем с вами поделиться. Тимурлан, вы принимали участие... Давайте поговорим о вас. Вы принимали участие в конкурсе управленческих кадров «Мой Дагестан». Да? Не так давно прошел этот конкурс. Вы прошли лишь первый отборочный тур. Вот Что вам помешало пройти второй тур? Вообще, как получилось так, что вы подавали заявку? Вы хотели попасть в большую политику? Нет, честно говоря, я немножко стараюсь, как и большой, как и малой политики. Я больше хотел, наверное, Попробовать свои силы какие-то, может быть, определить уровень каких-то определенных знаний, узнать что-то новое, узнать, получить какую-то обратную связь и оценку своих знаний. Но никуда в большую политику я не стремился. Я даже не знаю, как бы сложилась сейчас моя судьба, если бы я прошел бы этот отбор и уже был бы в кадровом резерве. Может быть, я даже в какой-то момент и, наверное, рад, что я не по... его не прошел и не попал туда. Ну, вот где вы себя представляли на тот момент? Как ну, вы себя позиционировали? Когда участвовал, подавал. В конкурсе управленческих кадров? Я хотел вообще в сфере культуры, конечно, быть более вовлеченным. У меня и эссе было направлено на сферу культуры и работы с молодежью. И какие-то э, вопросы у меня были. Тоже направлено только на это направление. Угу. Понятно. Кроме всего прочего, вы занимаетесь еще проведением кинофестиваля. Да. Не сталкер, конечно, но Маяк. Да. Расскажите об этом кинофестивале. Как родилась вообще идея проведения? Это молодой, очень молодой проект. Мы реализуемся 2016 года, стартовал 26 августа 2016 года. Вообще задача стояла по привлечению, опять-таки, молодежи, творческой молодежи, которая занимается в сфере кинематографии. То есть мы хотели показать широкой публике видение молодежи современности через их взгляд, то есть через кино. То, как молодежь вообще видит мир. Но за эти три года фестиваль значительно вырос. Если у нас в 2016 году было около 40-50 заявок, в 2017 году у нас было около 70 заявок, то на этот год у нас уже, уже подано 175 заявок. Честно сказать, я даже не знаю, как мы будем отбор отбирать это. Это вообще это глубоко творческие работы и, и глубоко социальные работы, потому что одним из направлений нашего фестиваля является социальная направленность. То есть мы показываем творческую молодежь, людей с ограниченными возможностями, которые реализуются через кино или кинематограф, который показывает людей социально... людей с ограниченными возможностями, которые добились определенных успехов в той или иной сфере. А когда планируется в этом году провести? Он планируется у нас в конце сентября, в начале октября. Скажите, а каким вы видите будущее кинематографа в Дагестане? На ваш взгляд. Знаете, на мой взгляд, будущее у кинематографа... Есть ли вообще кинематограф в Дагестане? Он был. Он был... Но в Дагестане не было киностудии никогда. Киностудии не было, но у нас были очень яркие киноактеры, которые внесли большой вклад в развитие. Ну каких кино? например киноактеров вы можете вспомнить? Ну ту же самую Борят Мурадова, Софья э, Совет Это это вообще легендарные личности, о которых на сегодняшний но день. Но это советская школа кинематографа. Ну, вот на их школе и нужно обучать нам сегодняшнюю молодежь. У нас сегодняшняя молодежь, она увлекается активно кино, они снимают фильмы, есть молодые киноактеры, кинорежиссеры, сценаристы, это Пайзулай Алиев, это Камиль Алиев, это Арслан Мурзабеков, это вот вообще такие вот творческие люди, которые активно продвигают дагестанское кино. Это Мухтар Махтибеков это вообще Махтибеков. это. Мы встречались это... с ним с Махтибековым, кстати, в этой студии, в студии этой программы. Да. Но вот знаете, они каждый развивается в своем направлении. Мое же видение чтобы это эту творческую молодежь, которая работает в кинематографе, как-то как соединить, собрать и определять какое-то единое направление развития дагестанского кино. То есть я неоднократно бывал за пределами республики на различного рода мероприятиях, связанных с кино. Это же международный фестиваль мусульманского кино в Казани, это в Ингушетии кинофестиваль «Золотая башня», это в Нальчике кино «Кавказ». И знаете, там везде молодежь сконцентрирована вокруг каких-то вот как бы как-то сказать более опытных, наверное, людей, э, гуру вообще кино их региона, которые их учат, которые их наставляют, и они вот по их наставлениям уже выстраивают свою линию этот развития. А у нас немножко на сегодняшний день вот идет такой вот разрыв. Скажите, а кто занимается конкурсным отбором работ, если это не секрет, конечно? У нас э, сформирована профессиональная жюри во главе с, э, с председателем Союза кинематографистов Российской Федерации в Республике Дагестан Сулейманом Агентом Мирзаевичем. Угу. Это у нас Абдулла Абичедов входит, Арслан Мурзабеков, Рабия Тасаева, который за пределами республики сейчас на, на данный момент работает в Индии, но несмотря на это, ей это не мешает нисколько помогать нам в реализации нашего проекта. Но вы не сказали о будущем кинематографа в Дагестане. Каким вы его видите? Светлым. Светлым и активно развивающимся. Хорошо, по традиции нашей программы каждый гость, каждый гость нашей студии выражает свои пожелания всем дагестанцам, всем нашим телезрителям. У вас есть такая возможность обратиться ко всем подопечным волонтерам, ко всем дагестанцам, призвать к культуре всех. Пожалуйста. Ну, что я хочу сказать. Я хочу попросить вообще дагестанцев, и не только дагестанцев, всех россиян, вообще, кто смотрит эту нашу передачу на сегодняшний день, чтобы люди, в первую очередь, любили свою культуру, ценили, ценили то историческое достояние, что они имеют. Это чтобы у них было то, что они могли передать своим детям, чтобы дети, в свою очередь, могли передавать это своим друзьям, своим знакомым. Просто, знаете, вообще Дагестан – это уникальный регион, и может быть, многие, живя здесь, не осознают этого, а когда уезжают, они, я хочу сказать, что их все равно тянет в эту нашу республику, в наш дом, и при этом мы вообще исторически э, очень... Яркая республика, и мы должны вообще гордиться тем, что мы дагестанцы, и сохранять свою культуру и популяризировать ее. Ну, быть так. может, не в последнюю очередь с помощью вашего движения. Спасибо, Спасибо вам, Тимурлан, что пришли к нам в студию. Я ж напомню, что у нас в гостях был координатор регионального общественного движения волонтера культуры Тимурлан Тимиров. Я благодарю вас за внимание. До свидания, до новых встреч.